Привет, друзья, подписчики мои, вы сегодня видите здесь у меня на канале Dead Phoenix, и вы скажете: чувак, камон, он же и так Супермен. Я такой: конечно, Супермен, но я подумал, что у него шарик вот такой, да, для подмышек, но если мы поставим на него шарик для подмышек 2.0, улучшенный от Кёр Сатана, давайте проверим, протестируем нашего крошку Феникса, вдруг он сейчас просто всех будет разрывать, рвать на куски просто, давай. Это еще одна бесячая сборка. А, нет, смотри, здесь нормально закрывается, интересно. Слушай, ну это смотрится вот так. Очень здорово, очень хайпово для превьюхи пушка-гонки. Итак, первый соперник нашего Феникса 2.0 становится, знаете кто? А вот Кёр Сатан с его деталькой. А на драйвере Atomic. Поехали. Поехали в Тюмень, там очень... Феникс, давай. Там очень интересно. Тюмень! Вот, кто из Тюмени, всем привет. Пиши в комментариях, я из Тюмени. Как-то так. Несмотря на то, что Феникс вначале проявил себя очень странно, сейчас он проявляет себя довольно-таки достойно, но не вывозит. Не вывозит Сатана нового на Атомике. Давайте еще один бой проведем. Что случилось? Ну вот сейчас выкинул. Сейчас выкинул. А ну-ка давай-ка ревайва. Ну чё это такое? О нет. А, не, работает пускатель. Блин, я не знаю, ребята, что вот с этой золотой пускалкой. Она вроде крутая, мне очень нравится. Но почему-то фениксы с нее запускаются максимально отвратительно. Я не знаю. Давай дальше. Поэтому, но у меня есть паркинг-пускалка, поэтому почему бы и нет, да? Дубль 2. Это, видите, я вот поэтому, друзья, конечно, я бы мог это сейчас вырезать, но какой в этом смысл? Это эмоция, это шоу, это пушка, гонка, Beyblade контент. Если я это вырежу, об этом никто никогда не узнает, это неинтересно. Поехали. А-а-а! Да и к тому же, друзья мои, каждая минута моих роликов, а у меня минут, поверьте мне, дофига, является эксклюзивной, уникальной и самой веселой, что вы видели минуте вообще в роликах. Понимаете, что происходит? Вот, и поэтому вырезать что-то... Я просто слишком клевый, чтобы что-то вырезать, серьезно. Так, я, кстати, особой разницы пока у Феникса не увидел с этим драйвером. Он стал ни хуже, ни лучше, поэтому не знаю. Давай-ка против... О! Против синюшного Арчера Геркулеса сразим. Wait a minute! Да, ну, короче, все понятно. Новый драйвер не сильно влияет на этого парня. В общем, я делаю выводы, что драйвер этот какой-то шляпный, учитывая то, что он проиграл Геркулесу. Данный драйвер я отношу к провальным драйверам. Мне он уже не нравится, и что-то надо менять в этой жизни, я считаю. Но, опять же, я безумно рад, что это хотя бы новый драйвер. То есть, да, он не самый сильный, да, он не самый мощный и лучший, но... По крайней мере, это новый драйвер, а не просто взять старый, поставить в него пружину усиленную, и вы хотите типа новый. Нет, это реально крутая вещь, мне нравится данный драйвер. Да, он слабый, но что поделать, но гораздо лучше, чем драйвер от Вулкан. Поэтому, come on. Но вот сейчас, кстати, что-то Сприган одолевает на изи. Вот, но опять же, друзья мои, опять же. Драйвер в этом, это, конечно... А где Геркулес вообще? Вот, давай-ка про Геркулес сразимся, мы ролик заканчиваем, все. Я все понял для себя. Вот. Драйвер класс, то есть он слабый, да, но все равно годный. Годный, новый, это хоть что-то положительное в этом драйвере есть, я считаю. Вот, друзья мои, проверил сегодня теорию, я честно надеялся, если честно, что у нас сегодня будет хороший длинный ролик про то, что Феникс с новым драйвером всех рвет. Но как-то, ну вот сейчас Геркулес, не знаю, ребят, не знаю, может быть, вы напишите в комментариях, может, еще раз его посражать, может быть, я просто что-то не понял, может, где-то я не уловил смысл, вот, а так, конечно, сегодня он показал, ну, потому что, типа, и Феникс и так может одолеть Геркулеса, типа, камон, вот, поэтому, друзья мои, такое было видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получить неугомонный Блэдер, всем удачи, всем пока-пока, на встречу, подписывайтесь, не забывайте новые ролики, всем пока-пока.